экономическая коллапс надвигается. Вот тут многие говорят, да нет, вот ничего такого, мы вот ходим, в магазинах есть какие-то товары в России, еще чего-нибудь. Но эти вещи же, они же происходят незаметно зачастую. Экономика, которая такая массивная, как российская, все-таки 140-миллионное население, гигантская страна, она и помирать будет долго. Она не так, чтобы одномоментно рухнет, понимаете? Это же не предприятие какое-то там, да, завод и раз, и нету. Поэтому я думаю, что еще какое-то время пройдет, но механизм уже запущен, и он неостановим. Мировое сообщество запустило этот механизм, и его остановить невозможно.